Травушка-муравушка, расти большой-пребольшой! Ну, чё не растёшь? Вот так-то лучше. А так вообще шик. Что же, нужно проверить свою новую ферму, которую я посадил совсем недавно. Надеюсь, что Лёня там как бы ничего не наделал. Лёня! Здорово! Лёнь, здорово! Ничего не... Стоп! Лёня! А ты... Ты чё с фермой сделал, зараза шоколадная? А ну, встал с вагонетки быстро! Ты чё? Наделал? С моей фермой! Лёня, останови эту овечку, она меня бесит, срочно! Она сама! Лёня, я тебе сейчас дам полбу сама, ты чё с фермой намутил? Я ж семена рассадил, дай мне семена, срочно! Ты что, дебил, разговариваю уже по-русски, Лёня, видос уже начался, там шифр, кто отгадает? Я отгадал, Лёня, и не зря взял этот меч. Успокойся, Лёня, успокойся, сейчас будет все хорошо, Лёня. Семена быстро дай! А что там было? Там было поставь лайк, давай скорее. Лёня, еще раз такое напишешь, да, мотыгай по лбу? Не-не-не-не-не, не это было. Я в курсе, Лёня, я в курсе, что не это было. Мотыгу видел? Вот так другое дело. Чё тебе ферма помешала, а? Ты знал, что морские огурцы нужно в воду садить? Нафига ты их посадил вместо моей новой фермы пшеницы? Они морские, значит, надо садить в море. Вот именно, Лёня, в море! А ты куда посадил? Жизнь море, жизнь море, жизнь море, жизнь море, жизнь море. Лёня, ты дебил, что ли? Я тебе сейчас... Ты дурак? Нет, хватит уже... Это говорить. Жизнь моря, еще поныряем. Я тебе... Вот ты поныряешь у меня. Я взял море с собой в ведро, Лёня. Если что, я тебе на голову это море надену, и тогда посмотрим, куда ты нырять будешь. Так что, Лёнь, хватит, успокойся. Ты мне, во-первых, ферму должен починить, да? Во-вторых, Лёня, мы сегодня что с тобой договорились? Зелье сделать. Помнишь, какое? Она орёт. Да мне пофигу, Лёня, орёт она или не орёт. У нас как раз ночь, закат. Пойдем скорее зельку-то замутим все-таки, которую мы хотели с тобой. Ну, помнишь, договаривались. Я не умею жарить их. Конечно, не умеешь. А комнату кто вот эту сделал, а? И зелье все, и ингредиенты добыл. Ты. Ну да, точно я. Пойдем скорее за мной. Давай, Лёня, проходи, проходи, бегом, бегом, шоколадная ты жопа. Вот все опять испортил, все снова испортил. Че, ребята, Лёню поменяем на какого-нибудь подписчика, а? О, он даже сам согласен, прям заменим, не то чтобы добавим подписчика, а прям заменим, да, Лёня? Я перепутал, в смысле перепутал? Не-не-не-не-не, первое слово дороже второго, так что подписывайтесь, я возьму только подписчика. Нет! Да, Лёня, да, мы уже договорились с тобой, все, на следующей серии у тебя друг будет. Ну, или кто-то вместо тебя прям совсем. Пойдем за мной. Кореш Карифаня. Да, Лёня, называй его как хочешь. Ну что ж, присаживайся, выбирай ингредиенты, какие нам нужны. Потому что я не знаю, что это за зелька и что она должна давать, Лёня. Есть семечки и пиво. Какие семечки пива, Лёня? Садись, ингредиенты подбирай скорее. У меня папа всегда семечки и пиво пьет. Я хочу быть большим, как папа. Ты вот, правда, глупый, как дебил, Лёня. Я тебе сказал. Ингредиенты... Так точно. Присаживайся, давай, выбирай, Лёня. Чё там нужно-то, а? А чё это все такое? А мне обязательно выбирать? Очень сложно. Блин, это же еще нужно вспомнить, как все варить-то. Лёнь, чё выбрал, не... Это чё за... Как улички. Это чё за такое, Лёня? Лёнь, тут ингредиенты были очень много. Лёнь, я их собирал, собирал их неделю, Лёня. Одно же еще воняет, Лёнь. Ты издурел, что ли? Это не мои. Ну, я, в принципе, по консистенции заметил, что это немножко, как бы, не твои шоколадные. Я на поле собрал. А, Лёнь, на поле собрал. Тогда нормально. Вроде кроличьи. Понял тебя, Лёнь, понял. Они просто так смешно хрустят. Ты шо, дебил, Лёнь?
Я ж тебе сейчас... Ну, я тебе голову твою похрущу сейчас, Лёнь! Стоп, в смысле хрустят? Ты чё их? Ел? Не. Грыз! А, грыз. Я ж подумал, что ты какашки поел, Лёнь, прикинь! Нет. Ингредиенты-то давай. Угу. Редстоун? Ну этого мало, Лёнь. Бородавки адские. Ты мне бородавки дашь? Нет, Лёнь. Что ты стоишь как вкопанный-то? Я понять не могу. Ладно, сам найду. Я не понял, у нас что, бородавок, что ли? Лёня? А тут кто вот эту надпись написал? Лох. Ты мне скажи, пожалуйста. Где? Да там, Лёнь. Да там. Вот там была, Лёнь. Это что ты мне скидываешь? Зачем мне желтый краситель? А это что такое, Лёнь? Ладно, пузырьки, давай, Лёня. А, я вижу, у тебя бородавки есть. Давай, 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 бородавки есть. Давай, скидывай. Стоп, какие бородавки? Обычные бородавки, вот из Незера. Я чё, жаба? Какая жаба, Лёнь? Бородавки еще у людей бывают, и не из-за жаб, поверь мне. А-а-а, так ты не бойся, Лёнь, все нормально. Ты пузырьки давай мне, срочно! А из-за чего? Из-за того, что лайк не поставишь, руки отсохнут, короче, понял, и бородавки вырастут, прикинь. Во, давай, 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 правильно ты воду набрал, скидывай. Ой, что-то вода кончилась, я пить хочу. Какой пить, Лёнь, какой пить? Лёнь, 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 скидывай мне нафиг, ты чё? Какой пить? Мы зельку варить будем. Во, другое дело. Пить он собрался. Не, Лёнь, ну я могу тебе наполнить, но сразу скажу, это вода из лужи. Вчера дождь шел, я набрал. Хочешь пей, хочешь не пей. Так, ладно, все, на, сам делай, короче, я пошел, Лёня, отстань от меня. Сам сделаешь свою зельку и позовешь, как сделаешь. Ты же мой ассистент, так что сиди и делай. Достал, блин, этот Лёня. Надеюсь, хоть вы меня обрадуете и лайк поставите. Мы соберем очень много лайков под этим роликом. Там 1030. Да, вообще будет пушечно, просто, просто бомба. Муа, конфетка. Все, ждем Леонида. Лёня, ты сделал зельку, нет? Я не понял. А чё тут все так и осталось? В принципе-то вообще же ничего не изменилось. Не понял? А чё за музыка такая странная играет? Он чё, ещё и доски что ли сломал здесь, зараза? Ладно. Лёня! А, ты на втором этаже. Я тебя сейчас оттащу же. Леонид Андреевич, чё... Башка кружится. Лёня, сейчас твоя баш... Сейчас я твою башку отрублю, и она не будет кружиться больше. Ты зельку сделал, нет? Шо вы на меня смотрите? Кыш отсюда, быстро, кыш, я сказал. Фух, остановилось амузло. Ты дискач, давай зельку, если ты сделал, срочно. О, ты чё, реально сделал? Меч. Ну я что-то сделал. Ну так давай что-то скидывай, Лёня. Но не уверен. Так в смысле не уверен, Лёнь? Ну мы же договаривались сделать определенное зелье. Не могу сказать, какое. Его нельзя произносить вслух. Показывай, что сделал. Скидывай. Ну-ка, Лёня. Неведомое зелье. Ну чё, Лёнь, давай тогда попробуем. По писярику. Ты первый. Ну как? Чё такое, Лёнь? Чё происходит, Лёнь? Все хорошо? Не все хорошо? А чё случилось-то? Не могу идти. В смысле идти не можешь, Лёнь? Как это не можешь идти? Ну-ка дай-ка попробую, Лёня. Фух. Вот это зелька, вот это, я понимаю, ядрёная. О, Лёнь, ты ж пошел. А чё происходит-то? Подожди, я чё-то не понял. Я тоже идти не могу. Лёня, смотри, вот это я бегу, Лёнь, вот это я... Вот это я бегу, Лёнь, это что происходит-то такое? Ноги сломались. Лёнь, башка у тебя сломалась, а не ноги. Что происходит, я понять не могу. Как так-то случилось? Бегом на первый этаж, Лёня, бегом, беги за мной, со мной. Это жесть какая-то. Это что, мы так сейчас ходить будем всегда? Бегом к воде, Лёня, бегом к воде. Надо воды попить, я думаю, надо собрать, попить. Что делать-то? Вроде ускорился. Как ускорился, Лёнь? Я вообще не могу, я просто не могу. Вот, смотри, это я бегу, это просто я медленнее, чем иду. Ну-ка. Сейчас, 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 освежимся чуть-чуть от этой зельки, это стрёмная фигня какая-то, ну-ка. Не помогло, Лёня, я чуть-чуть только начал быстрее ходить. Стоп, я, кажется, понял. Лёнь, мы буквально с каждым шагом ускоряемся. О, ноу. О, ноу, Лёня, согласен. Ничего себе, мы уже начинаем приблизительно ходить, как обычные майнкрафтеры. Ладно, мы бегаем, как будто мы ходим.
Лень, а дальше-то что будет? Я хз. Я вот тоже, Лень, ну смотри, мы потихоньку ускоряемся. Слушай, я думаю, что мы сейчас вернемся как бы в нормальный свой вид и все, и будет все хорошо с нами, да? Пойдем пока дома, наверное, посидим. Maybe. Я лучше побегаю тут. Дай мотыгу. Ну, зачем тебе мотыга? Ладно, забирай. Вон, пшено можешь собрать, я пойду дома посижу. Все нормально, смотри, я нормально хожу. Все прошло, Лень, хорошо. Фух, а то я уж испугался. Ладно, посижу-ка здесь за столом чуть-чуть. Фух, надо домой отнести. Стоп, чё? Я флешка! Флеш! Ватафака! Да я же теперь могу!